Компания 3DWELL предлагает 3D-пленку из поликарбоната, светящуюся в ультрафиолете. Вот мы смотрим, как данный материал светится в ультрафиолете. Мы можем переключить на обычный свет, смотреть, что с материалом происходит. Он достаточно прозрачный. В обычном свете он точно так же имеет эффект 3D. Но наша задача именно посмотреть, что с материалом будет в ультрафиолете. В ультрафиолете, как мы видим, он действительно светится. Он прозрачный. Если ультрафиолет мы направляем на материал, то эффект мы на данный момент видим, как выглядит. Что произойдет, если ультрафиолет будет находиться за материалом? Давайте попробуем провести такой эксперимент. Вот что происходит, когда материал находится за. Вернее, ультрафиолет находится за материалом. То есть эффект менее красивый, менее яркий, так скажем. Не то, что красиво, а именно яркий, менее яркий. Вот. Но он остается, этот эффект 3D. То есть за материалом ультрафиолет и перед материалом ультрафиолет. На видео это может быть не так сильно заметно, но...